Телеканал КРТ представляє. З 2005 року, коли прийшов до влади Ющенко, президент Ющенко, тоді підписали договір так званий між Україною та Сполученими Штатами щодо фінансування Пентагоном та структурами Сполучених Штатів Америки біолабораторій на території України. І фактично, начебто, це така от програма, міжнародна програма, що не тільки в Україні працює, а в інших країнах, але все ж таки в нас дуже цікаво ліквідували санепідемстанцію. Там, де у складі цієї санепідемстанції були структури, лабораторії. Да. Але щоб не фінансувати, я так розумію, свої лабораторії, на їх місці їх фактично знищили. І ми ж зараз бачимо, що за американські кошти побудували інші біолабораторії, які саме досліджують мутації та саме оці дуже... негарні хвороби, які в нас в Україні, на жаль, є. Да. Як ви можете прокоментувати? І чи от навіщо, в принципі, от, якісь закордонні люди вкладають кошти, будують біолабораторії? Який в цьому сенс? Дмитрий, ви правильно сказали, но, к сожалению, нашим людям все это преподносит извращенно. На самом деле цель этих лабораторий, по моей информации и по моему, опять же, таки глубокому убеждению, как специалиста в области медицины в том числе, цель этих лабораторий вовсе не поиски, скажем, новых методов лечения особо опасных инфекций. Именно в этих лабораториях исследуются особо опасные инфекции. Это первое, что настораживает, да? Второе, обратите внимание, вы правильно заметили, что одновременно с уничтожением санитарно-эпидемиологической службы были созданы эти иностранные лаборатории. Почему так произошло? Вы думаете, это совпадение? Нет, это все взаимосвязанные вещи. Просто по долгу службы санитарно-эпидемиологическое управление обязано было проверять все лаборатории, в том числе и эти американские. Так вот, для того, чтобы эти лаборатории работали бесконтрольно, это одна из причин, для чего были уничтожены наши санитарно-эпидемиологические службы. Это одна из основных причин, чтобы вы это понимали. Какая мета этих лабораторий? Мета этих лабораторий однозначная. В них разрабатываются, я уверен, различные виды бактериологического оружия и вирусологического оружия. То есть это биологическое оружие, которое может уничтожать людей. А, опять же, вы скажете, что я вспомнил Билла Гейтса, да? Вроде бы это бизнесмен и меценат. Но этот меценат разрабатывает по официальной версии, значит, методы стерилизации людей, я тебе бы под предлогом регулирования рождаемости в странах с большой рождаемостью. А вот я хочу ему и американскому правительству задать один простой вопрос. Скажите, а кто вас попросил о том, чтобы вы создавали такие методы стерилизации людей, чтобы у них не было потом детей и потомства? И вы понимаете, что на самом деле эти методы, они же могут быть использованы просто как биологическое оружие для уничтожения целых народов. И вы, конечно, понимаете, что то, что нам предлагают всеобщую вакцинацию от вируса COVID-19, или завтра будет COVID-21, или 25, поверьте мне, это все, чистый фейк, это чистый обман для людей. Поверьте, от вируса вакцину создать невозможно, ибо вирус постоянно мутирует, его антигенная структура постоянно меняется, соответственно, выработать на него одни антитела, через месяц уже будут там совершенно другие антигены, и эти антитела будут неэффективны. Поэтому лечение вируса может быть по другой схеме. Это создание не вакцин, не антител создания, а создание препаратов, которые активируют собственный иммунитет человека до такой степени, когда он в состоянии уничтожить любой вирус. Когда он в состоянии уничтожить любую опухолевую ткань,
зажаточную ткань в организме. Вот это путь решения проблемы. Или же это молекулярно-генетический путь, когда можно генетически исправлять нарушенную структуру генов человеческого организма.